В Казанском федеральном университете прошел круглый стол Института и практики обеспечения кибербезопасности. Российский и зарубежный опыт. Мероприятие организовано Департаментом по молодежной политике и кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук КФУ. Есть мероприятия, ориентированные, скажем, в основном на взрослую публику или продвинутую, да? Вот это круглые столы, конференции, семинары. Но есть ряд мероприятий, которые придумывают сами студенты, которые самим студентам интересны. Вот. Они как раз связаны с различного рода информационными технологиями. Вот. Они связаны там, с демонстрацией, скажем, видеороликов различных и так далее, и так далее. В круглом столе приняли участие представители не только Казанского университета, но и других вузов России, кибердружины Татарстана и Совета безопасности в Республике Татарстан. Большая работа по подготовке специалистов информационной безопасности проводится и в Иннополисе, и у вас в университете, и в КАИ, и в КХТИ. То есть как бы база есть, но надо все-таки донести все эти проблемы до каждого жителя республики. На круглом столе были обсуждены темы профилактики кибербезопасности в КФУ, телекоммуникационных технологий в продвижении идеологии терроризма и другие вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в цифровом обществе. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.